Далер, с победой. Каково тебе было сегодня сыграть? Были шансы, что сегодня не сыграешь? Спасибо большое. Да, была вероятность, то, что я не сыграю, потому что после травмы, после столкновения чувствовал себя не очень, но провели тесты, медицинские обследования, так что никаких таких серьезных противопоказаний не было. Ты впервые играл в маске, насколько она тебе мешала? Да, впервые играл. Не сказать, чтобы мешала она мне, но без нее было бы, конечно, намного комфортнее. Но обстоятельства вынуждают, так что либо так, либо никак. Во время матча были какие-то опасения или забыл вообще о своей травме? Не, во время игры уже не думал о том, то, что как бы не получить травму, и даже не думал о том, то, что идти в стычки или в борьбу. Так что был полностью сосредоточен на игре, на игровом процессе. Что скажешь о капитанской повязке своей? Ну, для меня большая честь и в то же время большая ответственность перед то, что я стал капитаном сборной России на эту игру. Так что мне очень приятно, и приятно вдвойне то, что команда одержала победу. Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Главное, 3 очка есть. Идем дальше. Согласись, что победа сегодня получилась очень тяжелой. Почему так? Да. Победа досталась нам очень непросто. У словаков было парочку 100% моментов. И где-то нам повезло, конечно же. Но победа есть победа. Сейчас у нас ждет тяжелейший выезд в Словению. И будем готовиться. Спасибо большое.